увеличить объемы жилищного строительства с 80 до 120 миллионов квадратных метров в год. Такую задачу перед регионами поставил глава страны Владимир Путин. На минувшем совете при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе стороны обсудили планы по реализации этой задачи. Задача стоит очень амбициозная. По сути дела, вы знаете, что если сейчас в стране строится почти 80 миллионов метров жилья, то задача поставлена строить 120 миллионов. А это и рынок строительных материалов, это и строительная индустрия, это и ставки, это и тарифы, и банки, и огромное количество задач, которые нужно решить. В совете принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников. Одним из ключевых вопросов для Прикамья стала проблема недостроенных объектов. В этом плане Пермский край представил свой подход к этому вопросу. Мы приняли свой региональный закон, который предполагает, что людям, достаточно широкому перечню категории граждан, мы оцениваем, что это где-то 70-80% всех пострадавших дольщиков, они смогут получить компенсацию расходов, связанных с достройкой объекта. При этом сама достройка этого объекта тоже будет проходить под, ну скажем так, жестким контролем властей. В ходе заседания стороны также обсудили вопросы снижения ставок по ипотеке, эффективность выполнения программ капитального ремонта, а также механизмы по расселению аварийного и ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2015 года. Руслан Пепеляев, телекомпания «Ветта».